Всем привет. У меня есть одно скудная одна такая вещь. Что будет, если... Как спастись от фиолетов и как спастись от зол. Сначала я вам покажу фиолетов, потому что фиолетов быстрее, а солнце не вторую ночь. Мне давай будет зло. Два этих момента. Еще мне нравится момент, когда ты, прыгаешь на кончик батута, на самый конец батута, прям на эти рожки, на эти шипучки сверху батута. Ты можешь тогда пройти по текстуре в виде гонки оранжевого. Итак, первый баг фиолет. Этот баг просто прикольный, просто скучный. Мне... Идем вот сюда вот. Идем по снежку. Идем к фиолетовому. Я вам покажу необычный способ, как разыграть пепла. Обычный пурпурный монстр. Ты даешь знать, а то остался. Сейчас он даже побежал, подумал, что... А что, так можно было сказать? Именно перед этим я был. А я просто встал откуда. Ну просто слил. Я просто слил. Я не буду все перезаписывать. Там меня съел фиолетовый, потому что я отжал кнопку присесть. Короче, если ты будешь приседать, он тебя не поймает. Это ты бил фиолетовый. А тут кто-то да. Как у нас не так много? Не так много, как кажется. Я.
все выбраны, попробуйте, короче. Да нет. Что? Нет, нет, не трогай там. Здесь все правильно.